Здравствуйте, дорогие циферблатцы. Меня зовут Джозеф. Я американский историк Советского Союза и России. И когда это будет? Когда-то на выходные? В субботу? Вы не решили? Давайте в субботу, может быть, в какое-то время будет лекция. Я буду читать лекцию про американское отношение к внешнему миру. В общем, и в частности к России. Так что будет исторический взгляд на наше понимание России и как это относится к сегодняшним событиям. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, приходите, и будем лучше друг друга понимать. Спасибо.